готов. Разрывает цепи, я свободен от оков. Будь собою в своем стиле, зная, что мир намного шире, чем четыре стены твоей квартиры. Колонка. Bluetooth-колонка. Я уже давно хотел эту штуку. Мой котик тоже давно это хотел. Вот мы сейчас вскроем, посмотрим, что эти пацаны нам прислали. Мира, сейчас ухо тебе отрежу. Та-да! Давай, давай. Посмотрим, работает. Опа! Колоночка моя. Шла колонка мне 40 дней ровно. 40 дней я ждал ее из Китая. 40 деньков. Отдал я за нее $5.28. Опа! Bluetooth mode. Ничего себе. Надо что-то подключить, проверить. Оля, давай телефон. Ну вот, я подсоединил телефон к колонке. Вот здесь такой один вход. Здесь два входа, кстати, USB для колоночки и для телефона. Колоночку я включил, ну давайте проверим. Ну что, давай, малыш, проверим твой максимальный звук. Ощущение минус. Где левый, где правый? 2-0-1-2. Волмакс в деле. Ого, нормально он орёт. Большие города, мегаполисы, горы, океаны, все по-прежнему во снах, а не в реале. Грядет апокалипсис, все города, грязные мысли поедают изнутри меня, я один против всех. FM mode. Ой, бля. AUX mode. Ребята, слушайте нормальный гомельский рэп, который в андеграунде, а не тупую попсу и пиздоболов. Ае, это поднимает настроение. Здесь дыхание городов разрывает цепи, я свободен от оков. Будь собой в своем стиле, зная, что мир намного шире, чем четыре стены твоей квартиры. Теперь я подсоединил колоночку к компьютеру без USB. Здесь три входа: колонка, наушники, микрофон и USB. Так, ну что, смотрим, что у нас получается. Работает, китайцы! Спасибо вам, ребята! Молодцы! Попробуем сейчас на весь звук. Я могу поблагодарить Китай, могу сказать, что колонка рабочая, она стоит у нас где-то, я смотрел, $12 и выше, ну 27, на самый максимум, такая колоночка. У китайцев, напомню, я ее купил за $5.28. Несопоставимо дешевле, дешевле в два раза. Ждать, конечно, мне пришлось долго, в течение 40 дней, но оно того стоит, видите, оно того стоит. Не надо с собой тащить и убивать мобильный телефон на все динамики, когда можно включить просто колоночку. Я еще много чего здесь не проверял, но здесь есть даже еще есть для наушников, USB, для флешки вход есть. Микрофон здесь, оказывается, есть, можно записывать. Но как им пользоваться, что здесь вставлять, как здесь до конца, я еще не понял. Выключаю. Также я проверил и вход microSD. Вот, microSD. Сюда вставляется флешка. Вставляется флешка не обычным образом, а переворачивается вверх ногами. Вставляется сюда. Потом
USB-флешку я проверил, тоже работает. Наушники, все входы и выходы от этой колоночки работают, только микрофоны не проверял. А вот что касается минусов, зарядки этой колонки хватает ненадолго. Мне хватает ее не больше, чем на 10 минут. Заряжается она вот таким вот образом. Вам нужен вот такой вот переходник на USB. Вот он. Потом берется вот этот вход, который побольше, не для наушников, и вставляется сюда. Ну и потом в розетку получается, идет зарядка. Либо второй вариант, можно от компьютера. В продаже этой штуки нету вообще. Это вам нужно приобретать отдельно. Таким образом он заряжается. Что еще? Основной минус — это, конечно, маленькое количество заряда. Так что в целом, пойдет. Для сельской местности пойдет. Пишите комментарии, ни в коем случае не подписывайтесь на канал и никаких лайков. Пока. Остановись, уже невозможно, хоть порой бывает очень сложно. Здесь дыхание городов разрывается, и я свободен от таков. Пусть забою в своем стиле, зная, что мир намного шире, чем четыре стены твоей квартиры. Здесь дыхание городов разрывается, и я свободен от таков. Пусть забою в своем стиле, зная, что мир намного шире, чем твоей квартиры. Беларусь, Гомель, окраина Сельмаша, Ехе, 90-е, вонючая общага. Обоссанный стабилизатор, так ему и надо. Не был отца, зато есть мать. Как не старайся к себе, меня не понять. И зимой, и летом, малосемейки по-прежнему одним цветом. Выкрашены в серые тона, никакой перспективы для молодого пацана.